Так, доброго времени суток, 17 июля 2020 года. Добрался вот я до водного городского водоема для купания. Напоминаю, что сегодня пятница. Все люди находятся на рабочих местах. Вот, видим вот такую вот картину в лесу. Не купальный сезон. Всем привет еще раз. Вот, все. Добрались мы тут до воды. Вот, вот такая вот вода. Местечко называется Голубые озера. Поймите правильно, от цвета голубой, а не от понятия. Вот, вода, в принципе, теплая. Погода жаркая. Сейчас на улице где-то плюс 36-37. На солнце, конечно, разогревается больше. Вот. Ну, сам городской пляж вот так вот выглядит. Из воды, округа. Ну, что еще сказать? Сейчас я залезу в воду вместе с палубой. Вода, конечно, чуть-чуть прохладненькая. В Тоболе она теплее гораздо, здесь она свежей. И вот так вот классно. Можно охлаждаться. Все ништяк. Так что жара нам не страшна. Благодаря вот этим вот голубым озерам, ребят. Всем добра. И еще раз напоминаю, что сегодня пятница, рабочий день. Еще даже не обеденное время. Вот. И вот люди себе могут позволить вот такой вот отдых. О, в прохладной воде. Всем добра, Алекс-Рантье. Вот. Окунь обыкновенный. Здесь плавает. Вон там еще один окунечек. Голубые озера.